батончик. Пык. Ай, я вышел не на той станции. Иди прямо, 10 минут. О, а это что? Это метро Лубянка? Это Большой театр. О, Большой театр. Так, я опять пришел не туда. Привет! Hey guys, welcome back to my channel in Russian from afar, and as always, your host Sergey. Today we continue our TPRS series about Crocodile Vasya and his adventures in Moscow. And this time, Vasya is going out. Yes, he goes to meet his friend Petya. And currently Petya is in Moscow and he invites him to join him to walk around. But Vasya has some problems. He doesn't really get along with directions. And let's see what's gonna happen next. Don't forget to turn on Russian or English subtitles if needed. Телефон. Тр-тр-тр. Черт, где он? А, тр-тр-тр. Алло? А, привет, Вася. Привет, Петя, как дела? Да нормально, нормально. Мы же с тобой утром виделись. Ты что такой счастливый? А, да, я знаю. Я всегда счастливый. Да, ладно. А, Вася, ты хочешь пойти погулять? Да, конечно. А где ты? Я сейчас в, ты знаешь, Арбат, улицу Арбат. Ну, конечно, все знают Арбат. Вот, здорово. А ты знаешь, как сюда добраться? Да, я знаю. Я к вам приеду сейчас. Ну все, давай тогда, мы тебя ждем. Ты когда приедешь на Арбат, на метро Арбатская, ты мне позвони, хорошо? Да, я позвоню. Ну все, давай, до скорого. Да, пока-пока. Давай, пока. Итак, хорошо. Так, мой рюкзак, вещи. Так, надо телефон. Да, где-то здесь. Так, все взял? Ага. Чик, пык-пык. Окей, все, я пошел. Так, о, станция метро. Хорошо. Так, деньги. Блин! Я забыл деньги. Ё-моё. Чёрт. Окей, у меня есть где-то чуть-чуть мелочь. Так. О, вот. О. Ровно на одну поездку на метро. О, хорошо, мне повезло. Вот, пожалуйста, одна поездка на метро. Ага, спасибо. Так, жетончик. Пык. Ух, всегда... Страшно ходить через эти штуки. Пух, закроются, и я не смогу пройти. Так, ладно, все, садимся, едем. Ля-ля-ля-ля-ля, еду на метро, все хорошо. О, это моя станция. Фух, еле успел выйти. Так, мы идем наверх, ля-ля-ля-ля-ля. О, эскалатор, да, постоим, поднимаемся вверх, ага, так, о, черт, это же не Арбатская, блин, это же чистые пруды, ай, я вышел не на той станции, так, ну я пойду обратно, а, но у меня больше нет денег, Что делать? Ладно, я пойду пешком. Пешком. Хорошо, так. Как, куда идти? О, здравствуйте. Здравствуйте. Извините, вы не подскажете, как пройти до метро Арбатская? Ну, садись на метро, доедь. У меня нет денег. Ну ладно. В общем, иди вон туда прямо, 10 минут, и ты дойдешь до метро Лубянка. А там дальше спроси. Прямо 10 минут,
до метро Лубянка. Хорошо, спасибо. Так, так. Так. А это что? Это метро Лубянка? Нет, черт, это же Казанский вокзал. Эх. Что делать, что делать? Надо позвонить Пете. Так, сказать, что я опоздаю. Где мой телефон? Ну, все. Капец. Я и телефон забыл тоже. Ох, так, надо спросить кого-нибудь. Здравствуйте. Вы не подскажете... Ой, он ушел. Ладно. Здравствуйте, извините. Почему никто не отвечает? Очень странно. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, вы не подскажете, как пройти до метро Арбатская? Ну, вам нужно идти назад. Назад? Ага. Повернуть назад. И сколько идти? Долго. Нужно идти прямо, может быть, полчаса или один час. О, вау, так долго? Да, да, очень долго. Ну, спасибо, я попробую. Угу. Идите прямо до Красной площади и там дальше спросите. Прямо до Красной площади. Хорошо, спасибо, до свидания. Угу. Так, ладно, идем до Красной площади. Так, 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 так. Идем, идем, идем. Песенку поем. Мы хорошо идем. Идем, пойдем. До Красной площади скоро дойдем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Что это? Это Красная площадь? Извините. Это Красная площадь? Нет, это Большой театр. Большой театр. Так, я опять пришел не туда. Так, извините, вы знаете, где находится метро Арбатская? Ну, вы недалеко. А, правда? Да-да, вам нужно идти немножко назад, потом повернуть налево, пройти 5 минут и потом направо. Ага, назад, повернуть налево, пройти 5 минут и потом направо. Ага, спасибо. Так, идем назад, повернем налево, потом 5 минут прямо, потом направо. Так, где я сейчас? Что это? Это Кремль! А, Кремль! Так, хорошо, Красная площадь. Где-то здесь должно быть недалеко Арбатская улица. Здравствуйте, извините, вы знаете, где улица Арбат? Ну, это очень рядом. Здесь находится недалеко. А, да, хорошо. И куда мне идти? В общем, идите прямо, 5 минут, и потом направо. Будет там. А, спасибо. Идем прямо, потом направо. О, метро Арбатская! Ура! Ура, 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 ура! Так, где же Петя? Петя! Петя! Вася! Петя! Ты где был? Мы тебя уже 2 часа ждем. Ой, извини, я все перепутал. Я, во-первых, забыл дома телефон. Забыл деньги. Не мог тебе позвонить. И я вышел на неправильной станции. На какой? Чистые пруды. Ну, и ты все это время шел? Прямо сюда? Не сразу. Сначала я пошел до Казанского вокзала. До Казанского вокзала? Почему? Ну, я неправильно пошел. А потом? Потом я пришел к Большому театру. Да, это уже лучше. Потом к Красной площади. Угу. И потом я пришел сюда. А, и ты все это сам нашел? Нет, мне помогли люди на улице. Да, в Москве бывают хорошие люди. Не всегда. Да, некоторые люди не хотели мне помогать. Они просто отворачивались и уходили. Ну что поделать, теперь ты с нами. Что, пойдем
На гитаре поиграем или песни послушаем? Да, давайте, пойдем. Okay, guys, now you need to answer the questions, try to listen to it, and think what's the best answer. If you cannot remember, that's fine. You can listen to it a few times, the story, and then come back to questions after. Первый вопрос. Где находится Петя? Петя находится в общежитии. Петя находится на Арбате. Петя находится на Красной площади. Петя находится на Арбате. А Вася находится на Арбате? Нет, Вася находится в общежитии. И почему Петя звонит Васе? Потому что он хочет погулять с Васей, потому что он хочет поговорить с Васей, потому что он хочет погулять с Васей, да. Он зовет Васю гулять на Арбате. И Вася едет на автобусе, на метро, на машине. Вася едет на метро. До какой станции едет Вася? Вася едет до Арбатской, до Третьяковской, до Чистые пруды. Вася едет до станции Чистые пруды. Да, он едет до неправильной станции. И когда Вася вышел со станции, что случилось? У Васи есть деньги? Телефон? Нет. Вася забыл деньги и телефон дома. Поэтому Вася идет до Арбатской пешком. И сначала куда идет Вася? Сначала Вася идет до Казанского вокзала или до Большого театра? Вася сначала идет до Казанского вокзала. Да, опять неправильно. А потом Вася идет до Третьяковской галереи или до Большого театра? Потом Вася идет до Большого театра. А после Большого театра он идет до Красной площади или до Арбата? Он идет до Красной площади. И в конце он приходит на Арбат. Вот. И там они встречаются вместе с Васей. Сколько времени Петя ждал Васю? 1 час? 2 часа? 3 часа? Петя ждал Васю 2 часа. Да. Alright, guys, that's all for today. Thank you so much for being here. I hope you enjoyed this video. If you want to see more videos like that, don't forget to subscribe to this channel and click on notification bell so you can see the next video coming. I want to thank all of my Patreon supporters. Because of you guys, I can do these videos more often and hopefully soon it can become my main job. And if you also want to get transcript, guys, if you want to support me, you can check out Patreon in the link below. There we organize monthly events, have WhatsApp chat, and yeah, thank you so much, guys, again, and see you later. Пока-пока.